Мне не терпелось вернуться на войну. Там был мой настоящий дом. Мы перестали быть людьми. Мясники в полях тел. Обезумевшие и порочные. Оболочки из плоти, крови и кости. Существа без души. Я вернулась во Францию, чтобы взорвать огромный склад топлива, который немцы устроили в одном из бункеров линии Мажино. Запасы нефти Рейха подходили к концу. Каждая бочка топлива была на вес золота. Вход охранялся сильнее, чем бункер фюрера. К счастью, в каждое крысиное гнездо есть черный ход. Нужно было попробовать обнаружить его. Я выпрыгнула над лесистой местностью позади комплекса. К сожалению, мое снаряжение зацепилось при посадке за верхушку дерева. Что было еще хуже, я заметила, что зона охраняется войсками Waffen-SS. У них было одно правило – они не брали пленных. Я, впрочем, тоже. Wo soll ich jetzt eine neue Flasche herkriegen? Scheiße! Die im Bunker haben es gut, die verloren, die haben es scheiß gut. Der Ofen geht nie aus. Da saufen die Läuse in den Socken. Die kommen noch nie raus aus ihrem Loch. Da ja auch der Name. Die verloren. Die haben die Leitung zum Hauptquartier gekappt. Einfach gekappt. Völlig durchgedreht. Bunkerkoller. Идиот. Этого солдата убрать с дороги было несложно. Нужно было только осторожно подкрасться. In Berlin haben sie...
Нужно было подождать, пока они не разделятся. Умирать лучше поодиночке. Na, endlich mal wieder frische Luft, was? Du sagst es. Mal kurz in Ruhe. Der Luft dort ist kaum auszuhalten. Wo ist eigentlich Hammer? Der ist vorn und bewacht die andere Brücke. Falls er überhaupt noch was peilt. Er ist schon wieder sternhagelvoll. Kein Wunder. Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verlieren. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Нужно было подождать, пока они не разделятся. Умирать лучше поодиночке. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Нужно было подождать, пока они не разделятся. Умирать лучше поодиночке. Kein Wunder.
Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Thank you.
muss die Ablöse da sein. Wenn er nicht wieder verpennt hat, die Pfeife. Die haben sich bestimmt letzte Nacht wieder eingesoffen. Eine Kiste Schnaps mitgehen lassen aus der Ration für die Verlorenen. Merken die sowieso nicht. Die sind nicht mehr ganz dicht. Vielleicht geht die Sonne wieder auf. Здесь можно было применить морфий, повысив мои шансы. Больше никому уже ничего не сделают. Никогда. Заперта. Сначала нужно было найти ключ.
Первый шаг был позади. Я оказалась в бункере. Склад топлива наверняка был на нижнем уровне из-за угрозы бомбардировок. Потеря снаряжения не могла меня остановить. Однако, не имея взрывчатки, я не могла ничего сделать. Наверняка немцы сами хранили взрывчатку где-то в бункере. Скоро им предстояло узнать, на что она годится. Немецкий топливный склад и заряд взрывчатки. Многообещающее сочетание. Проблема заключалась в том, что мне нужно было выбраться до того, как произойдет химическая реакция. В шкафчиках часто оказывались полезные предметы. Thank you.
Passiert doch sowieso nichts. Thank you.
осторожнее, осколки. Бесшумно прокрасться не вышло бы. Иногда попадается полезная информация. Очень интересно. Дорогая Гретхен, я все время думаю о том, все ли у тебя в порядке. А ты за меня не беспокойся. От нас многое требуется, но вместе мы все выдержим. Ничего со мной не случится, я чувствую присутствие ангела-хранителя. Некоторые мои друзья оказались в госпитале, отравились из-за невнимательности в обращении с противогазами. Но со мной такого не случится, не беспокойся. Здесь нас даже авиации не достать. Но что может произойти? Ich spioniere nicht für die Kettenhunde. Sollen die doch da machen, was sie wollen? Ich will's gar nicht wissen. Alles die gleiche Scheiße. Ist auch besser so. Du weißt gar nicht, wie sehr manche Scheiße stinken kann. Was willst du damit sagen? Vielleicht kommst du noch von selber drauf. Thank you.
противогаз мне точно пригодился бы. Сначала было нужно найти взрывчатку. Du nicht.